Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге «Восставший из пепла» Анатолия Соколова. Сегодня я хочу вас познакомить с Петром Бобринским. Граф Петр Андреевич Бобринский, в старом прочтении Бобринской, родился 15 ноября 1893 года в Санкт-Петербурге в семье графа Андрея Александровича Бобринского и его жены Елены Петровны. Она была дочерью графа Петра Павловича Шувалова. Учился в 6-й гимназии, затем в политехническом институте, но, к сожалению, закончить который помешала война. Окончил пажеский корпус в 16-м году. Поручик лейб-гвардии, конной артиллерии, журналист, поэт, масон. Участник Первой мировой и гражданских войн, издал два поэтических сборника «Стихи» в 1912 году и «Пандора» в 1915 году. В 1918 году женился на княжне Марине Юрьевне Трубецкой. В 1919 году служил в отряде особого назначения по охране лиц императорской семьи в Крыму. В 1920 году эвакуировался в Константинополь, затем переехал в Париж. Ну, стандартная судьба белогвардейца. Участник Парижского литературного объединения «Перекресток». Публиковался в «Иллюстрированной России», «Числах», такие журналы. Выступал с докладами поэзии. Автор книги «Старчик» Григория Сковорода, Париж, 1929 год. Член Совета русских масонских лож. В 1941 году, во время оккупации Франции немцами, был арестован. Помещен в лагерь Компенье, где находился несколько месяцев. После Второй мировой войны был постоянным сотрудником журнала «Возрождение». Работал техническим директором радиогенетической лаборатории в Париже. Умер в 1962 году под Парижем. Похоронен на кладбище Сен-Женевье-де-Буа. Через 7 лет после смерти графа, его вдова Мария Юрьевна, уроженная княжна Трубецкая, издала его стихи в Париже. Поэт Георгий Адамович в предисловии по смертному сборнику поэта характеризовал творчество Бобринского как воплощение непрерывного, неподдельного духовного подъема, какого-то прирожденного духовного благородства. Вот таков граф Петр Андреевич Бобринский. Теперь я хочу прочесть вам несколько стихотворений Петра Бобринского. Вот первое. «Жили мы высокими мечтами, ныне славой малых мест живем. В простоте беседуя с богами, и огонь домашний бережем. Только мудрость этой жизни малой дорогой купили мы ценой. Веснами на родине усталой и не первой южной зимой. И покой наш не всегда надежный, часто память раны бередит. Выносливые сердца глыбы снежной, петербургский розовый гранит». Такое стихотворение. Следующее стихотворение. «О летней ночи». О летней ночи в метель, о белом доме в изгнании, пустую сложась в постель, о нежном пальцем касание. Мы ткали чудные сны из нити цветочных шелка, под знаком каждой луны, вдали от шума и толка. И сколько светлых химер с рассвеченными крылами мелькнуло, неся размер в любимое смутное нами. И стало с тех пор ясней невиданные приметы, над мороком скучных дней зажглись огромные светы. Интересное стихотворение. И вот, пожалуй, последнее стихотворение, которое я хотел вам прочитать. «Умчало, пусть отчетный крик погони, дни юности блистательный разгул, не заглушат высокий строй гармонии, вой муз и беспощадных в окнах гул. И мимо все прошло, и стал мне слаще, сладчайших всех и благостных музык ваш голос, проземное говорящий, ваш золотой, ваш ангельский язык. Чернее тьмы, зари яснее Божией, и громче возвещаемых побед вдоль пустырей земного бездорожья, земной любви неизгладимый след». Ну, пожалуй, все. Сегодня мы узнали о графе Петре Андреевиче Бобринском. Журналист, поручик лейб-гвардии конной артиллерии, поэт, участник Первой мировой и гражданских войн. Все, всем пока, всем привет, до свидания.